стало известно о детях Собчак и Богомолова. Нумеролог Клара Кузденбаева сделала сенсационное заявление. Она предсказала, сколько наследников родит Ксения Собчак от своего мужа-режиссера. Оказывается, у звездной пары хорошая совместимость с точки зрения нумерологии. Об этом свидетельствует сделанный экспертом расчет отношений светской львицы и Константина Богомолова. По мнению нумеролога, в нем явно прослеживается рождение двоих детей. Второй малыш, судя по дате рождения Ксении Собчак, должен родиться в течение года. Кузденбаева полагает, что это будет девочка. У Богомолова же по программе выходит мальчик. И он родится через 5 лет, сообщает телепрограмма. Несмотря на то, что супруги очень разные, совместимость по нумерологии у них равна 4. Это хороший показатель, сообщила нумеролог. Публикация фотографий из Инстаграм. По словам эксперта, у Ксении Собчак с режиссером есть реальный шанс сохранить свой брак, несмотря на все негативные прогнозы злопыхателей. Но это будет лишь в том случае, если теледива постарается прислушаться к своему мужу. Нумеролог отметила, что в настоящее время Ксения Собчак откровенно давлеет над ним. И зря, поскольку ее муж лучше разбирается в людях, обладая чуть ли не гипнотическими способностями. Публикация фотографий из Инстаграм. Эксперт уверен, что прочность брака Константина Богомолова и Ксении Собчак зависит от того, насколько у мужчины хватит терпения. Он терпелив и справедлив, в отличие от Ксении, подытожила нумеролог. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Далее в программе. Звезда Голоса разоткровенничалась о суррогатном материнстве. Бузова случайно рассекретила будущего мужа. Прекрасно понимаю. Пенсионер Дебров неожиданно отреагировал на роман молодой жены. Мне очень горько и досадно. Бочкарева взвыла из-за страшной несправедливости. Известная рок-певица и ее мать. Раскрыты личности умерших в московской квартире женщин. И многое другое.